Здравствуйте, я Евгений Папанишвили, безумно рад вас видеть на очередном уроке танцев. Сегодня мы с вами будем учить джайв, ну а мне сегодня помогает замечательная Лера. Лера, ты готова? Готова. Прежде чем мы выучим основные движения, основные фигуры танца джайв, я хотел бы, чтобы мы с вами вместе поймали основное ощущение. Не будет сейчас много каких-то шагов, перемещений. Самое главное – это ощущение танца и ритм. Я прошу вас обратить внимание, что все акценты в танце джайв идут на четный счет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну что ж, друзья, мы начинаем учиться танцевать джайв. Приготовьте, пожалуйста, правую ногу. Прежде чем сделать шаг назад, поднимите немножко колено и назад. Раз. Теперь переступаем на левую. И два. Еще раз. И раз. И два. И раз. И два. И раз. И два. Я думаю, что мы сразу можем попробовать станцевать это первое движение под музыку и почувствовать ритм джайва. Поехали! Итак, друзья, мы продолжаем. Я надеюсь, что первое движение в джайве вам удалось, и мы переходим сразу к следующему. Мы будем двигаться в сторону. Движение называется шоссе. Оно может быть вправо и влево. Друзья, сначала я покажу вам очень утрированно, чтобы вы абсолютно точно почувствовали, как перемещаются ваши ноги в этом движении. Приготовьте, пожалуйста, правую ногу. И ставим правую ногу на подушку. И делаем очень маленький шаг. Рядышком. Раз. Теперь очень точно переступаем. И два. Уже стоим на всей стопе. Влево. Три. И четыре. Раз. И два. Три. И четыре. Яка-та-ка-та. И яка-та-ка-та. И яка-та-ка-та. Я-та-та. Понятно, что мыслей очень много. Прежде всего, о чем мы думаем? О четкой постановке стоп. Так, еще. Мы должны танцевать музыку. Прекрасно. Еще. Мы должны следить за своими коленями. Ну здорово. Ну а как ты думаешь, самое главное, что? Улыбка. Совершенно верно. Конечно. Конечно, это один из самых позитивных танцев, которых я знаю. Безумная работа ног, активнейшая просто. Просто вау! Но при этом наверху, чтобы это было абсолютно легко и позитивно. Итак, под музыку. Поехали! Ну что, друзья, я думаю, что для первого урока это достаточно. Вы молодцы. На самом деле мы успели сделать с вами очень много. Увидимся на следующем уроке и добавим несколько классных связок.